Привет-привет, друзья мои! Сегодня мы с Мишаней и, если хотите, вместе с вами будем делать брошь. Как видите, материал на столе. Это перышки, разнообразные перышки. Очень нежные, красивые, чистые. Я их стирала. Кроме того, что нам нужны перышки, нам нужны еще какие-нибудь, скажем так, заготовки для самой броши. Пуговицы и вот такая вот пряжка, уже не помню от чего, но она тоже может пригодиться. Вот из этого всего изобилия нам сегодня надо смастерить что-нибудь привлекательное. Броши уже были на моем канале. Сейчас мне захотелось сделать подарок одной подруге, и сейчас хочу сделать. Мишаня уже готов. Поэтому приступаем. Хотела бы сделать композицию. Вот, может быть, так вот. А посерединочке вот такое вот перышко. Смотрите, оно закудрявилось. Но от чего? Это я его закудрявила. И сейчас покажу, как. Это очень просто. Вам нужны просто ножницы и перышко. Раскрываете ножницы и вот так вот натягиваете слегка перышко. И смотрите, что оно делает. Оно кудрявится. Вообще броши сейчас очень модные. И на шарфы, и на пальто, и на платье, и даже на сумки. Поэтому присмотритесь. Может быть, у вас есть из чего сделать красивую брошь. Теперь нам надо к какой-нибудь основе. Кожа заменитель. Он более-менее жесткий. Нам такое и надо. Можем вырезать приблизительно по контуру этой основы кожа заменитель. Есть. И теперь сюда. Нам нужен горячий клей. Такая вот нежная композиция. А здесь застежку. Ставим такую полосочку из клея и прижимаем нашу застежку. Кажется, очень даже красиво смотрится. Напишите, пожалуйста, понравилась ли вам такая брошь? Напишите, делали вы когда-нибудь броши из перьев? У меня осталось еще много перьев, поэтому я буду придумывать новые какие-то дизайны брошей. А вам желаю всего хорошего и... Как и обещала, следующий кадр – это рубрика «Вау!». (Свес)